Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Прошло уже почти два года с момента начала спецоперации, и сегодня мы чтим память артистов, певцов и их детей, которые оказались героями не только на эстрадной сцене, но и в реальной жизни. Десять отважных мужчин, актеров и певцов в тяжелый момент для страны не стали отсиживаться в тылу, а вышли на защиту своего отечества. Некоторые из них погибли, а другие получили тяжелые Ранения. Светлая память настоящим героям сын народного артиста Михаила Евгеньевича Пореченкова, молодой российский актер Владимир Любимцев. Молодому человеку было 33 года, когда он принял решение отправиться на спецоперацию. Трагедия произошла в марте 2023 года. Владимир Любимцев попал в окружение и принял геройскую смерть, спасая своего товарища. Навсегда войдет в историю России подвиг сына народного артиста Дмитрия Харатьяна. 25-летний молодой человек Иван Харатьян, отправившись на спецоперацию, принял геройскую смерть. Отважный парень спас жизни 20 человек. Почти два месяца сын Дмитрия Харатьяна находился на волоске от смерти. Десятки тысяч людей поддерживали молодого человека, однако чуда не произошло. В связи с тяжелейшими ранами, полученными при участии в спецоперации, в октябре этого года Иван Харатьян ушел из жизни. Наиболее широкую известность получил подвиг сына эстрадного певца Александра Малинина Никита Александровича. Никита Малинин остался жив во время спецоперации, но получил тяжкое увечье. Ему ампутировали правую ногу. По данным Министерства обороны России, Никита Малинин уничтожил два танка противника, однако попал под гусеницы вражеского транспорта, в результате чего и получил тяжелейшую травму. По данным СМИ, после участия в спецоперации Никита Малинин сменил род деятельности и на данный момент работает в одной из школ города Москвы. А недавно в жизни Никиты Малинина произошла семейная драма. После 15 лет брака из-за ампутации ноги его оставила супруга. Этот список был бы неполным, если бы мы не упомянули сына Кристины Арбакайте, героического парня Дэни Байсарова. Еще за полгода до трагической истории, когда Дэнни Байсаров спас свою родную сестру и отдал ей свою почку, в жизни молодого человека был еще один подвиг. В сентябре 2022 года Дени Байсаров вместе со своим отцом принимали участие в спецоперации, в результате чего Дэнни Байсаров Получил тяжелую контузию, а у его отца Руслана Байсарова была ампутирована левая рука. Не обошла трагедия и семью известного советского певца Вячеслава Ефимыча Малежика. В августе этого года трагически погиб внук артиста 21-летний Сергей. Молодой человек принял смерть на передовой позиции во время рукопашного боя с противником. Золотыми буквами вписано в историю Российской Федерации имя внука известной певицы Ирины Александровны Олегровой Александра Барсигяна. Год назад эта трагическая история облетела все центральные СМИ. Внук Ирины Олегровой, подающий надежды профессиональный спортсмен, пловец и студент московского вуза, ради защиты Родины отказался от карьеры и отправился на спецоперацию. В октябре 2022 года Александр Барсигян Подорвался на вражеской мини. Несколько месяцев молодого человека пытались спасти, однако в конце 2022 года он ушел из жизни. Золотой голос России. Надежда Никитишна Кадышева тоже смогла воспитать настоящего героя. Сын певицы, музыкальный директор Григорий Александрович Костюк, погиб во время участия в спецоперации несколько недель назад. По данным СМИ Григорий Костюк отправился на спецоперацию после страшной семейной трагедии. Сын Надежды Кадышевой не смог простить себе смерть своего сына и внука Надежды Кадышевой во время дорожно-транспортного происшествия. Чтобы как-то забыть о трагедии, Григорий Костюк отправился на спецоперацию. Народный артист России Игорь Борисович Скляр. Еще в сентябре 2022 года исполнитель песни «Я уеду в Комарова» и известный актер перенес трагические события. Во время помощи, которые оказывали бойцам российские артисты во время сильного пожара, Игорь Борисович Скляр практически ослеп на левый глаз. К этому списку можно добавить известных российских актеров Даниила Страхова, Евгения Сидихина и Владимира Вдовиченкова, которые еще год назад, в сентябре 2022 года, вместе с Игорем Скляром и другими артистами помогали российским бойцам во время спецоперации, но получили тяжелейшие увечья. У Владимиров Довиченкова была диагностирована сильная контузия, Евгений Сидихин получил ранение внутренних органов, а Даниил Страхов перелом правой руки. Уважаемые зрители, если вы хотите почтить память погибших, то можете написать теплый комментарий и поставить лайк под этим видео.